Здравствуйте, вы смотрите программу «Работа». И сегодня у нас в студии Ренат Асадуллин, руководитель проекта «Профдвижение» и преподаватель Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенций по специальности автомеханика. Ренат, здравствуй. Здравствуй. Ну, хочется начать с проекта, потому что, ну, финал проекта, по-моему, видел весь город. Да, действительно, финал проекта был колоссальным. Мы сами не ожидали, что придет столько много народу. Мы посчитали, что порядка где-то 5000 зрителей пришло, хотя мы ожидали, что это будет там в районе 1500-2000. Вот. И тем не менее, еще и нам с погодой повезло, хоть и был и сентябрь. Кстати, да. И поэтому все сложилось действительно очень хорошо. Немножко расскажу про проект. Ну, конечно, историю, как появилось, откуда ноги растут. Ну, вообще, мы с командой «Клуб Драк Регион 73» занимаемся развитием автоспорта уже больше 10 лет в Ульяновской области. И в какой-то момент пришли к тому, что просто делать автомобильные спортивные мероприятия, это, конечно, здорово, это классно, и ребятам это нравится, и молодежи. Но хочется еще, чтобы был какой-то результат, был какой-то толк от этих мероприятий. И в прошлом году мы начали писать вошли в грантовое движение и начали писать гранты. В прошлом году мы писали в Росмолодежь гранты, но опыта не хватило, и мы не победили. Но уже тогда нам хватило, скажем так, своих навыков для того, чтобы выиграть областной грант. Мы взяли грант от муниципального образования города Ульяновска, вот, и провели, скажем так, некий такой вот пробный проект, назывался он «Автокультура». Это было некий такой небольшой фестиваль, где мы показали, засняли жизнь ребят, обычных ребят в нашем городе, которые интересуются автомобилями, показали, вот как они живут в реальной жизни. Uh-huh. Вот. И кульминацией было, что мы пригласили их на автовыставку, где любой желающий мог посмотреть на их автомобили. То есть они работали над своей машиной, да. Как-то вы это все дело показали, но да. И потом их работу могли оценить. Да, мы сняли все. Такой небольшой мини-фильм, ага. Вот, где ребята рассказали, как они живут, как они пришли вообще к автомобилям, почему им нравится дорабатывать там свои автомобили или вообще просто ездить там на красивых, интересных uh-huh. автомобилях. А в этом году мы пошли чуть дальше. И опять же писали в Росмолодежь гранты, и получилось так, что в первом сезоне вот я стал победителем Росмолодежь гранты с проектом популяризации автомобильных инженерных специальностей «Профдвижение». Проект этот был разделен на несколько этапов у нас. Первым этапом было, мы привезли в Ульяновск автоспортсменов с разного вида автоспорта. Это и дрифт, это и дрэк-рейсинг, это и ралли-рейды, uh-huh. вот, и где обычные, скажем так, ребята, которые не имеют богатой там семьи и так далее, как они вот преодолели простой свой путь и стали именно профессиональными автоспортсменами со своими достижениями в реальном автоспорте. Это такие истории успеха рассказали. Да, истории успеха. На самом деле мы думали, что, опять же, ожидали, что будет не так много народу, которым интересно. Но вот мы приглашаем человека, и зал просто сидит как бы и слушает. Мы думали, что там придет человек, там 20-30 ага. человек. Учитывая, что это было еще лето, август месяц, и выходной день, все, кто на даче, а молодежь вся, она там либо в деревне, либо опять же где-то там на даче, мы думали, что будет не так много народу, но пришло больше 80 человек. Вот. И мы получили вообще обратный фидбэк
после этого мероприятия, что написали и говорили, что это действительно крутое мероприятие, надо такие встречи делать регулярными. Кто-то писал, что «Ой, мы видели ваши фотографии, угу. мы так хотели попасть, но не, там, да, не угу. смогли попасть». Поэтому мы задумались, уже тогда задумались о том, что «Ага, значит, мы не зря это делаем, значит, надо дальше развиваться». Вот. И пока отложили как бы эту мысль в голове. Следующим этапом проекта было, это уже непосредственно, где ребята могли руками что-то попробовать. Так как я работаю в Ленинском авиационном колледже, колледж был нашим партнером проекта, и предоставили базу, где ребята могли прийти и на некий такой мастер-класс по ремонту двигателя, где они могли своими руками покрутить двигатель, задать какие-то свои вопросы, провести там правильно метрологические измерения двигателя, то есть то, что делает любой автомеханик, как бы моторист в реальном автосервисе. Вот. И третьим этапом, соответственно, это вот был кульминация проекта на Соборной площади, где мы пригласили профессиональных автоспортсменов. И ребята, которые у нас были на протяжении вот всего нашего проекта, которые дорабатывают там в гаражах свои автомобили, мы их автомобили, скажем так, в качестве некого такого поощрения, то есть выставили на автовыставку, где каждый желающий мог посмотреть и оценить эти автомобили. При этом у нас изначально с автоспортсменами, которых мы приглашали, у нас была договоренность о том, что если нужна какая-то консультация вот этим ребятам, то они без проблем могут там либо по видеосвязи, там, либо как-то в мессенджерах пообщаться и получить ответ на интересующий вопрос. Uh-huh. И, соответственно, чем отличается этот проект, наверное, от всего остального? Тем, что мы изначально в качестве партнеров у нас были крупные работодатели. Это Симбирскавто, это Тонавто, это Армадаавто. Это те крупные, скажем так, дилеры в нашей области, которые с удовольствием, во-первых, подписались на этот проект, а во-вторых, у нас с ними договоренность была о том, что лучших призеров этого проекта они готовы к себе трудоустроить на работу. Вот. И чем, собственно, и завершили мы наш проект четырем победителям, да, четырем лучшим, скажем так, талантливым ребятам, прямо на сцене было вручено пригласительное письмо, где их готовы трудоустроить к себе на работу в крупный, хороший сервис, где они могут уже сейчас начать зарабатывать хорошие, приличные деньги. Ну, начали? Пока не знаю, к сожалению. Ну, короче, надо информацию проверить. Да. Ну, а вообще, сколько всего участников? Вот четверо получили приглашение, а сколько всего было? Ну, мы отобрали 10 лучших победителей. Вообще желающих заявок было очень много, что-то порядка, наверное, 50 заявок, как бы, вот. Но, понятное дело, мы всех не можем принять, и сама площадь не позволяла, как бы, если бы мы могли, мы бы, конечно, больше автомобилей выставили, вот. Но мы получили где-то вот 10 лучших, мы отобрали автомобилей, и вот среди них уже выбирали лучшего из лучших. То есть, но заявок было много. Это в целом на участие именно вот в проекте, да. А как считаешь, с чем связан такой интерес? Потому что, ну, 50 участников, ну, это, по-моему, действительно серьезно. То есть у нас, я не знаю, работает система на популяризацию, так скажем, автомобильно-технических инженерных профессий. Или, в принципе, просто людям нравятся машины, они готовы этим поделиться. Ну, вообще у нас есть своя группа ВКонтакте, и там у нас больше 10 тысяч подписчиков, и мы видим уже поэтому, что действительно интерес у ребят есть. К этому им нравятся автомобили, и тем более автомобилей у нас с каждым годом становится все больше и больше, и все больше становится доработанных там автомобилей, и мы понимаем, что это тоже сегмент, скажем так, хобби, интересов у молодежи, где они хотят в этом направлении развиваться, и хотят развиваться именно профессионально. К сожалению, пока у нас в области нет такой возможности, чтобы ребята могли себя показать как инженеры, как пилоты или как споттеры там в гоночной какой-то команде. Вот. Но, опять же, мы работаем над этим. У нас есть проект, который мы уже на протяжении нескольких лет, скажем так, пытаемся при поддержке правительства области реализовать. Это у нас есть участок земли,
которому уже присвоен кадастровый номер, на котором мы хотим сделать некий такой автомобильный спортивный комплекс, где любой желающий может приехать и, во-первых, протестировать свой автомобиль, во-вторых, приехать и получить какую-то консультацию по доработке своего автомобиля, либо привести как бы автомобиль и, соответственно, попросить, чтобы ребята ему уже помогли доработать, если у него нет там возможности, не у всех есть возможность в гараже там дорабатывать свои автомобили, там нет инструмента определенного или еще что-то. Да и гаража, и, да, у кого-то даже не, да, у всех есть. Вот. И вот некий такой комплекс, который поможет в дальнейшем ребятам именно вот такой первый шажочек для того, чтобы профессиональный автоспорт уйти. А, то есть все-таки это направлено на, так скажем, развитие автоспорта? Ну, на автоспорта и инженерии. Угу. То есть мы вообще столкнулись в прошлом году с тем, что с нехваткой автомобильных инженеров в стране, вот, когда ушли все крупные дилеры от нас. Вот, и это была проблематичная, скажем так, область в нашей экономике. Вот. Но постепенно она, конечно, восполняется. И вот этим проектом это тоже наш вклад в экономику страны для того, чтобы вот растить талантливых инженеров, которые будут, скажем так, прославлять и область, и Россию в целом. Ну, это же надо, опять-таки, популяризировать эту профессию. И как раз, я так понимаю, через автоспорт вы этим и занимаетесь. Да. Это один, как бы, вот из таких, одно из направлений, которое популяризирует. Ага. То есть, грубо говоря, если ты молодец, если ты хороший инженер, то, пожалуйста, вот тебе развивайся в автоспорте, ну, грубо говоря, превращай его в хобби, а работай, ну, я не знаю, в каком-то сервисе, будь профессионалом своего дела, то есть, ну, на два фронта не так сложно в этом плане, наверное, трудиться. Ну, да, если ты получаешь как бы удовольствие, как механик, да, и ты можешь обслуживать автомобили, и ты работаешь там в сервисе, тебя... Опять же, любой руководитель, он видит талантливого человека, да, то есть он подмечает, и когда видит, что, скажем так, его работник, он справляется со своими обязанностями, и при этом он еще и профессионально в автоспорте развивается. Во-первых, я думаю, что это и престиж самой компании будет, что вот у меня работает такой талантливый человек. Это и... Я думаю, что какие-нибудь там премии он тоже может там премировать как бы своего работника за это. То есть это, ну, скажем, плюс получат все от этого дела. А вообще, вот ты преподавателем работаешь, а вот это направление автомеханики востребовано? Да, у нас, так как у нас, во-первых, у нас хорошая база для подготовки автомехаников в колледже, я думаю, что, наверное, одна из лучших даже в стране. Вот. И у нас очень большой, скажем так, кастинг на то, чтобы попасть учиться к нам. Но, к сожалению, бюджетных мест всего 25, поэтому мы уже второй или третий год даже набираем платные группы автомехаников, где ребята как бы, ну, готовы даже за деньги приходить и учиться. То есть это действительно, ну, очень востребованная и популярная профессия. 25, соответственно, сколько конкурс на место? Примерно хотя бы. Ну, я думаю, что у нас где-то порядка, наверное, 4 человек, наверное, где-то на место. Я точно не могу сказать, потому что я в приемной компании не работаю. Это больше вот специалист, который у нас работает в приемной компании, скажет. Но конкурс действительно вот ажиотаж большой. Опять-таки, раз преподаватель, значит, преподаешь, значит, общаешься со студентами. Как они сейчас, вот, я не знаю, ощущают себя... Видят ли они себя в этой профессии? Или это, ну, такой этап, пришел, вроде бы профессию получил, а дальше, ну, получится, да, не получится, в другую сферу иду? Ну, у всех по-разному, на самом деле. Понятное дело, что они еще там пока что маленькие, там, по 15, по 16 лет, а некоторые еще не определились. Они просто пришли, о, автомеханик, вроде как бы популярная профессия, а смогу ли я, как бы, вообще понравится ли мне это потом или нет. Поэтому приходится, ну, с ними объяснять им, показывать на деле, что это действительно прибыльная профессия. И это не тот вот стереотип, который, я думаю, еще, наверное, вот с советского времени сложился. Кто такой автомеханик? Это там чуть-чуть подвыпивший дядечка, который там где-то там в гаражах, по локоть там в мазуте, у него там ключ один и молоток, и все, и вот он работает. Это, в действительности это уже не так.
Сейчас много хороших не только дилерских центров, но и крупных частных сервисов у нас в регионе, где тебе предоставят там и спецодежду, и хорошие условия, и там и чистоту на рабочем месте, и профессиональные инструменты, диагностическое оборудование. Главное, все зависит от тебя, как от специалиста. Если ты действительно тебе это нравится, и ты хочешь в этом направлении развиваться, то ты можешь получать, ну, я считаю, что вот для Ульяновска у нас в дилерском центре уже начинающий автомеханик, он может получать порядка там 40 тысяч рублей. А если ты уже как профессионал вырос, то зарплату у механиков там 80-100 и выше. Ну, у механиков же здесь тоже, здесь, по-моему, как с семейными врачами. То есть сначала ты, как механик, работаешь на имя, да, а потом уже имя работает на тебя. У тебя есть свои постоянные клиенты, и неважно, в какой сервис ты пойдешь, люди поедут к тебе, как к профессионалу. Все верно, да. Это, то есть это работает? Это действительно работает так, да, что едут уже к тебе, как на имя. И неважно, что ты там работал условно изначально там в сервисе, который там у клиента был в 5 минутах езды, а потом, когда ты ушел там в другой конец условно города работать, и он такой: я не поеду в этот сервис, я лучше в другой конец города поеду, потрачу время, но я знаю, что этот человек мне сделает все хорошо, он знает мой автомобиль, он его обслужит как свой, и я буду спокоен в дальнейшем, то есть я смогу выехать из сервиса, не боясь к тому, что я где-то там по дороге сломаюсь. Ну, то есть вот это уже такой, наверное, тоже положительный сигнал. В принципе, даже для тех, кто задумывается о том, делать ли первые шаги в работу автомеханика. Да, и просто направление автомехаников, оно, скажем так, не так пока сильно развито, то есть нету каких-то, скажем так, государственных корпораций, которые это поддерживают. То есть есть вот IT-направление, все сейчас говорят IT, это круто, это модно. Да, это действительно круто, это действительно модно, это тоже, скажем так, то направление, которое поднимает нашу экономику. Но и автомеханики, они тоже, скажем так, это то направление, которое приносит нашей экономике прибыль, ну, в виде там налогов и так далее. То есть автомобилей, их не будет меньше. Даже если ушли вот крупные дилерские центры европейские, на их смену пришли китайские. Сейчас мы развиваем свое, у нас развивается свое внутреннее автомобилестроение. Поэтому автомобилей точно не будет меньше. Вот. Они будут, их будет только больше и больше, и их нужно обслуживать. Угу. Соответственно, людей, то есть, я так понимаю, все-таки не хватает, да? То есть надо бы побольше. Людей не хватает, и это было еще и до прошлого года. Я как преподаватель, который ведет производственную практику автомехаников, приезжая там в крупные дилерские центры, либо в крупные частные сервисы, они говорят: дайте нам людей. У нас нету, говорит, у нас острый дефицит профессиональных механиков, которые хотят руками работать. Нету, говорит, мы не можем, говорит, найти. И когда приводишь ребят на практику, некоторые, скажем так, руководители сервисов, они говорят: вот этот и вот этот вот мальчик, они нам подходят, мы их готовы вот прямо сейчас трудоустроить. Давайте для них придумаем какой-нибудь там индивидуальный график обучения, мы готовы их прямо сейчас трудоустроить, не ждать, когда они выпустятся, а вот уже сейчас готовы платить им работу, давайте их как-то там на индивидуальный график обучения переведем, потому что мы действительно нуждаемся в них. Ну, идете навстречу, получается вот такой индивидуальный график выстроить? Да, стараемся как бы со всеми, да, если мы действительно видим, что этот ребенок там, он все эти годы учился отлично, у него там, ему самому это нравится, то да, стараемся придумывать какой-то вот такой индивидуальный график для таких ребят. То есть, в принципе, для студента развитие возможно уже там, ну, с какого это курса получается? Ну, на практику, они вот на производственную практику с 3-го курса уходят. Ага. Ну, то есть это примерно там с 17 вот лет уже ты уже можешь начинать работать и зарабатывать приличные деньги. Ну и плюс, опять-таки, всегда сейчас существуют эти институты поддержки там индивидуального предпринимательства. Да. Можно в крайнем случае, ну, как-то посчитать все и открыть свое. Да, и это тоже одно из направлений, которое можно. Ты можешь получить в крупном сервисе действительно такую вот практику именно, скажем так, и потом в дальнейшем: а я могу сам работать.
есть грантовые поддержки для предпринимателей. Ну и опять-таки на сервисе клиентов себе... И можно и так. А потом увел их за собой. Опять же, это, как говорится, наработал себе имя, открыл свое и будут ездить к себе уже. То есть, ну так интересно получается, закручивается ситуация в этом секторе. И людей не хватает, и готовы готовить, и плюс продвижение всей этой профессии через автоспорт. Такой интересный коктейль получается. Ну да, это... Ну, действительно, да, это действительно. Дальше продолжение проекта профдвижения планируется или что-то новое? Или вот посмотрели на опыт того, как это прошло, подумали командой и решили, что вот переформатируем немножко? Мы чуть-чуть, скажем так, есть те вещи, на которые мы обратили внимание. Ну, это уже наши внутренние, скажем так, придирки, где мы, ага, вот тут вот можно лучше сделать, вот тут вот можно лучше доработать, как бы. Мы это все учитываем, вот, и немножко видоизменим этот проект, но он будет жить, мы не собираемся на этом останавливаться, проект будет и дальше продолжать, мы и дальше будем привлекать в качестве партнеров работодателей для того, чтобы вот выявлять через такие проекты талантливую молодежь, чтобы им их могли трудоустроить, потому что, опять же, одна из проблем, вот, с которой мы столкнулись, есть талантливый парень, он в гараже там дорабатывает автомобили, он знает механику, вот, может работать руками, ну, просто хорошо, но ему не хватает там, допустим, где-то там, он не по специальности автомеханик, допустим, учился, но ему вот нравятся ему автомобили. У него нету там, может, там стесняется или еще что-то, не может трудоустроиться в хороший сервис. И вот через такой грантовый проект мы можем привлечь вот этого талантливого мальчика и крупного работодателя, их соединить, и все как бы в плюсе. Они получили хорошего работника, он состоялся как специалист, соответственно, и для всех, я думаю, это плюсы. Кстати, только мальчишки участвовали или девчонки тоже заявлялись? А у нас были и девушки, которым тоже это действительно интересно. Как бы, ну, не ожидаешь, что на самом деле, что девушкам настолько нравится автомобиль, что они там и сами там покупают, либо там дорабатывают свои автомобили. И вот больше скажу, даже в колледже есть девочки, которые учатся на специальности автомеханик. То есть им, они целенаправленно идут на это, чтобы вот быть именно автомехаником. Ну, а никак, я не знаю, там, послаблений им нет никаких на общих основаниях? Нет такого, что так, мальчишки, помогите и там что-нибудь открутить? Нет. Или ну, все сама-сама? Нет, ну, если действительно там что-то там тяжелое, да, то, конечно, ребята помогают, как бы не оставляют в беде, скажем так, девушку. А так, нет, все на общих этих требованиях, все то же самое, гайки крутим так же, как мальчики. В общем, интерес есть со всех сторон. Да. А вот бывают, кстати, студенты такие, вот ты уже сказал, что есть так, неопределившиеся, кто попробовать, а есть, ну, я не знаю, так скажем, из, так сказать, пришел продолжать дело отца, например. Есть такие. Я вот даже больше скажу, у меня есть воспитанник, который, ну, я помимо того, что преподаю, еще и готовлю ребят к конкурсам профессионального мастерства, профессионалитет, профессионал движения, где вот у меня воспитанник, он с 12 лет, у него у папы свой сервис, и вот он с 12 лет ходит к нам в колледж, каждый там четверг вот они приходили, он приходил, учился и участвовал в этих конкурсах профессионального мастерства. И стал в своем, скажем так, в своем возрасте, там сначала он в возрасте там, 12, категории 12-14 лет, он стал чемпионом России. Потом перешел в категорию 14-16 лет. Вот, и вот сейчас он до сих пор ходит и занимается. И вот в этом году он пробился в финал чемпионата, который будет проходить в Санкт-Петербурге, вот, и будет представлять нашу Ульяновскую область. Ого, это когда будет? Ну, вообще, конец ноября будет финал, скажем так, этого конкурса профессионального мастерства. Вот он в направлении юниоры будет представлять нашу Ульяновскую область. Uh-huh. Вот, и в дальнейшем он сейчас в 9 классе, и в дальнейшем он планирует уже прийти к нам как студент, и я думаю, что он уже потом
У него есть все шансы, чтобы уже представлять в качестве основной возрастной категории, я думаю, нашу область. А вот, кстати, с такими не сложнее работать? Потому что, ну вот он там раз чемпион, два чемпиона, а потом уже пришел такой, да что вы мне будете рассказывать, я уже чемпион. Или тут главное поселить в ребенке, в студенте вот это желание все время учиться? Ну, во-первых, необходимо, да, действительно, нужно подход просто находить каждому индивидуальный. И если ты видишь, что, скажем так, ребенок начинает немножечко, ну как это, корону немножко примерять, то его надо как-то так плавненько чуть-чуть приземлить. И, ага, он понимает, что где-то я там недоработал, а если я здесь недоработал, значит, соответственно, я могу там проиграть или там не занять призовое место. И, соответственно, вот некие такие психологические воздействия, скажем так, делать немножко так, чтобы вот он, чтобы не вырастала вот эта корона на голове, и они дальше продолжали заниматься и учиться. Кстати, по учебе. Ведь, я не знаю, в автомобильном мире в целом что-то меняется? Или вот как было придумано то, с чем разбирается автомеханик, так оно и осталось? Или постоянно надо совершенствоваться, что-то читать самому, где-то пытаться смотреть, чтобы не отставать от современных трендов? Ну, автомобильный мир не стоит на месте, он развивается. С каждым годом автомобили становятся все сложнее в начинке, особенно в плане электрики, где порою, вот я честно скажу, даже я иногда сталкиваю, меня вводит в ступор, приходится там открывать какую-то литературу, иногда даже приходится на какие-то там зарубежные сайты переходить, потому что еще не изучен этот рынок, скажем так, до конца. Это какой-то там новый автомобиль с какими-то новыми доработками в плане электрики появился, и приходится штудировать, искать нужную информацию, чтобы потом ее до ребят донести. Угу. То есть это еще в первую очередь тебе надо постоянно саморазвиваться, да, и совершенствоваться. Да, да, да. Как на все время не хватает? Потому что тут вроде и грантовый проект, и тут практика, тут студенты. А один большой ответ, один ответ на этот вопрос. Надо просто, чтобы работа была хобби, чтобы ты получал от этого удовольствие. И тогда будет хватать времени на все. Ага, то есть и сейчас по факту вы этим и занимаетесь. Да. То есть человек у себя в гараже в качестве хобби что-то делает со своей машиной, и вы приходите, а что ты просто делаешь? Давай еще деньги зарабатывать, да. Поучаствуй в конкурсе, будешь работать. Да, это так. Ну, это тогда вообще идеальная ситуация получается. То есть, когда так все срослось, ну, это правда здорово. То есть, ждем продолжения проекта? Да, продолжение проекта будет, и мы не собираемся останавливаться. И проект, как я уже сказал, он чуть-чуть видоизменится, но мы будем продолжать его развивать и не будем останавливаться на достигнутом. Ну, то есть, он все равно будет на цели, ну, как бы две цели так и будет. Это продвижение, так скажем, вот профессии и развитие автоспорта. Да, в нашем регионе. А на какой-то конкретный автоспорт упор делаете? Потому что я так смотрю, вроде дрифт был на финале. Мы не делаем упор на какой-то конкретный автоспорт. Просто так совпало, что Соборная площадь, она сама по себе как бы маленькая, и что-то показать на ней, скажем так, фееричное. И мы пришли к выводу, что дрифт, он, во-первых, сам по себе, это уже всеми, скажем так, доказано, что дрифт является автоспортом номер один в России, самым зрелищным автоспортом, поэтому и выбор пал просто на него. В общем, все удачно срослось. Да. Ну что ж, Ренат, спасибо за интересную беседу. Будем надеяться на продолжение проектов, на яркие, запоминающиеся для ульяновцев мероприятия, связанные с автоспортом. Ну а телезрителям напомню, что сегодня у нас в гостях был Ренат Асадуллин, преподаватель специальности автомеханика Ульяновского авиационного колледжа Межрегионального центра компетенции и руководитель проекта «Профдвижение».